Доброе утро, Александр. Доброе утро. Время 7 утра, это значит, мы идем на зарядку. На тренировочку. Да. Ага. Из чего у нас состоит зарядка? Что мы делаем на зарядочке? Сейчас разомнемся, прогуляемся. Дальше завтрак, крепкий сон. И сегодня у нас завтрак. Работа 3 раунда в парах и 3 на снарядах. В общем, ага. Такая взрывная работка. Сейчас вы можете наблюдать двух чемпионов России. Это Евгений Жоров и я, Алексеев. Доброе утро, пацаны. Доброе утро. Что, какая сегодня работа? Сегодня 3 раунда вольных боев, 3 раунда на снарядах. Черком немножечко школу бокса проехали. Какой настрой? Настрой? Ну, на пару. Боевой получается. Все понял, спасибо. Кончилась боевая работа, Илюш. Как чувствуешь себя? Как 3 раунда прошли на высоком темпе? Ну, чувствую себя отлично. Работа хорошая. Работали с хорошим соперником. Ну вот ручки летят, делаем свою работу. Все, слава богу. Да. Сейчас начинаем мы. Закончилась дневная тренировка, постояли вольные бои, настроение отлично. Идем кушать и отдыхать. Да, вот день подошел к концу, потренировались, съездили прогуляться с парнями по Краснодару. Ну, после прогулки сейчас идем спать, отдыхать. Мне было приятно показать свой день на сборах.